Оседлать? Нет. А он что, еще включается? Так, я все-таки пойду открою. Не надо, не открывай. Сначала я его поломаю и растоплю на паровой бане. Так, Чип, хватай мячик. Чип? Не хочет. Это что, я должен хватать его, что ли? Кто у нас в доме собака? Попытка номер два. Чип, хватай. Да что же это такое-то, а? Я так устану бегать. И вообще мне трудно бегать. Надо что-то с этим делать. О, у меня есть идея. Слушай, а сделай мне робота-дракона, а то у меня попа об пол трется. Какого еще робота-дракона? Большого, крутого и чтобы он мог летать везде. Валера, ты знаешь, что робота, а тем более дракона, создать не так-то просто.